Всем большой привет! Давайте полистаем каталог Avon номер 12 2017 года. Девочки просили говорить дату. Он будет работать на основной территории с 15 августа по 4 сентября. У трендсеттеров он будет работать через, ну, две, можно сказать, недели. Также будет распродажа и фокус. Давайте начнем листать, чтобы не терять время. Новинка Avon Free. Это женская вода, будет такая же и мужская. Так, я все устанавливаю, чтобы было удобно. Камеру. Пока солнце не вышло, то дождь, то солнце. 859 рублей эта водичка будет. Но если представитель берет 2 и более, то 40% будет скидки. Мы об этом узнаем еще в фокусе, но я сразу предупреждаю. Это аромат цветочно-восточно-фруктовый. Входит грушевая гранита, магнолия и янтарь. Мне этот аромат очень понравился. Он, правда, похож на многие в Avon. И есть у него такая вот сладость приятная, эйвонская. Стоит, как я поняла, он на крышке кверх ногами. И вот сам флакончик такой милый, круглый, с выпуклыми вот этими вот. Ну, с выпуклостями. Не знаю, как правильно сказать. Мужской более лаконичный, тоже круглый. Также, я так думаю, стоит на крышке. И 40% скидки касается и мужской водички тоже. Мужская вода уже туалетная. В ней 75 мл, женская 50. Входит имбирь, листья фиалки и мускус. Вот мужскую я не тестировала. Ну, я не знаю, мужская и пахнет мужской водой, но, вы знаете, мыльной. Мыльным таким вот, больше как гель для душа пахнет. Новинка. Губная матовая помада, матовое превосходство. Что тут является новинкой, я не очень поняла. Он же был, может быть, новые оттенки. И также есть карандаш. Карандаш для губ Ультра. 159 рублей. 100% матовый эффект. То есть теперь к матовой помаде есть матовые карандаши. Ну, цены видно. 159 карандаш. 259 помада. Но при покупке любой помады карандаш можно взять за 99 рублей. Вот такая информация. Далее можно взять пудры в шариках и вот такую милую пуховочку. Не так давно эти пуховки были в распродаже, и цена была намного меньше. Но можно пуховку взять за 99 рублей при покупке любой пудры в шариках. Здесь та же самая акция, только при покупке любого продукта с этой страницы можно подводку взять за 99 рублей. Вот она такая подводка, жидкая подводка для глаз в черном оттенке. Здесь новинок нет, но в синих оттенках представлены палетки, палетка теней. В одной палетке 15 комбинаций. Ну, вообще их тут три получается, да, палетки-то. Я просто так затормозила, смотрю, что все в синих оттенках. Видимо, синий цвет в этом году в сезоне тренд. При покупке любого лака можно заказать покрытие за 99 рублей. Вот такое предложение. Здесь любой оттенок 249. Краска для волос. Новинка. Новые джеггинсы. Эти джеггинсы уже идут с молнией, с пуговицей, все как положено. Потому что джеггинсы, которые, ну, покупала я, они, конечно, удобно сидят, без молнии они немножко утягивают, но всегда есть опасность их снимать вместе с нижним бельем.
Если вы не в сам комнате, то это может выглядеть потешно, как вы одно держите, другое снимаете. 1999 рублей эти новые джеггинсы стоят. И вот говорят, что тут 90% хлопка, инновационный материал и хорошая эластичность. Очень симпатичная юбочка. Мне она понравилась. Юбка-карандаш. Также трикотаж тут идет и эластичность, которая будет, видимо, обтягивать. Садиться будет удобно. Также тут платье. Цены видно тут прямо в черных квадратиках. Платье 40-42 самый маленький, 56-58 самый большой размер. Материал 63 хлопок, 30 полиэстер и 7 эластан. Вот такая красота. Ну, если у вас фигурка стройная, то это, конечно, будет красиво смотреться. Два в одном, платье или туника. Вот такой вариант. Я очень любила, когда была совсем юная, такие варианты. Прям мое-мое было. 1099 рублей. Очень хорошая цена. Вот так. Загляделась я прямо. Загляденье, значит, а не платье. Очень хорошая цена на вот эти парфюмчики. Два мужских, два женских. Черриш и Элли Джентльмен. 500 рублей. Но тут максимальная скидка будет 15% только. Дальше посмотрим. Из серии ТТА 979 рублей. Такие парфюмы. Здесь, кажется, все знакомо. Но можно набор вот Today взять за 799 рублей. Маленькая 10 мл, побольше 30 мл флакончики. Avon Life. Вот солнце скрылось, тучи пошли, сейчас дождь ливанет. Но здесь не предлагают в этот раз никаких лосьонов. Поэтому не очень выгодно. Ух ты! Вот этому я рада. Вы посмотрите, Viva La Vida теперь идет новинкой. Мы только радовались Perceive Dew, что был новинкой в 30-миллилитровом формате. Теперь Viva La Vida. Но это надо брать. Настолько он мне понравился. Такой он классный. Сочное яблоко. Мимоза. Да? Да. И сандал. 335. Но цена поднялась немножко. Был дешевле. Не помню сколько, но был дешевле. Но в любом случае хочу. До чего он мне понравился. Также Little Black Dress будет и Incandescence. Ну, это классика жанра, классика Avon. Тень падает. Ничего не сделаю, солнце ушло. Давайте смотреть с тенью. Прыгать, не знаю, есть смысл. Давайте попробуем. Вот так. Так, ладно. Perceive Dew уже в большом. И простой Perceive идет в наборе. Тут лосьон в наборе. А тут дезодорант и спрей. Выгодно брать два аромата. Но все дороже и дороже. Вот эта циферка идет. Но зато тут есть красное платье. Вот оно, Viva La Vida, 50 мл. Но получается 30-то уже выгодно. Хотя цены растут, как ни крути, но потихоньку, неумолимо они лезут вверх. Ну, тут не знаю, что сказать. Все знакомо, смотрите. Любой аромат 189 рублей. Также есть и Viva La Vida, вот он, прямо я на нем застряла. Но тут много новинок, вот Attraction даже есть, даже оба Attraction. Ну классно, это хорошо, и Life, Fam, какой тут, Дня иконы. А, эксклюзив, что-то меня вообще затормозило. Ладно, смотрим дальше. Новинка Soft Mask прошлый, который с ванилью.
339. И новинка тоже 339. Сюда входит альдегиды, пион и мускус. Тяжеловатый для меня оказался аромат. Тяжесть пионов прямо она ощущается. Тут все ясно. Любая 400 рублей практически. Водичка. Очень выгодно вот эта водичка. Смотрите, она даже, если две берете, 250 рублей получается одна. А за 400 рублей в прошлом каталоге, в 11-м, она входила в набор из 5 средств. Получается очень выгодно. Мужские водички X-Series за 309. Новинка Avon Musk Storm. Мужская. Ну-ка, чем оно тут? Мне трудно описывать мужские. Мне кажется, они одинаковые. Мята, кардамон, древесный аккорд. Древесный ароматический аромат. Туалетная водичка 75 мл. Не знаю, как их описывать. 425 мужские ароматы. Новинок тут нет. Марк, создай свой Neo Grunge. И вот что предлагается. Вы знаете, вот кремовые тени, они переизданы. Старые были очень суховатые уже. А вот переизданные, это я так думаю, что они, наверное, будут свеженькие и красивенькие. Посмотрите, какой глаз красивый. Вот. Прямо загляденье. У меня сразу начинают руки чесаться. Сразу прям хочется. У меня же теней-то мало. Мне надо еще. Так, Марк. Дальше. Тушь или гелевый карандаш по супер цене. Супер цена 155 рублей карандаш и 255 тушь. Дальше. Новинки. Пудра и бронзер. Можно выбрать оттенки. Вот видите, по низу они разные. 429 рублей пудра и бронзер 429, а кисточка 375. Я немного торможу, потому что с вами листаю, как всегда. Я приношу и вот сразу начинаю вместе с вами то в камеру, то поверх камеры пытаюсь смотреть. Очень красивый дизайн у Марк. Конечно, немножко наляписто смотрится, но очень привлекательно. Мне кажется, рука к такому колпачку черным написано, на белом будет тянуться. Но пока я не определилась, какая помада мне больше всего нравится. Это с эффектом объема. И блеск для губ. Стойкие тут. Экстра ластинг. Средства тональные. А с другой стороны Марк средства. Лак с эффектом неона на этой страничке. Вот Марк вторая. Второй вариант, это уже максимум цвета помада. Вот какую-то из них ругают, какую-то хвалят. И я так каждый раз не могу определиться, какая из них вау, какая фу. И не заказываю поэтому. Так, тут что у нас? Тут карандаши. Ну, карандаши были выгодны в прошлом каталоге на последней страничке. Так, карандаш ультра и матовое превосходство. Губная помада. Ну, вот она получается матовое превосходство, вот основная, да? А тут, получается, новые были оттенки, что ли. Так получается. Видите, тоже же матовое превосходство. Вот. А это продолжение. Дальше смотрим. Глянцевый блеск для губ. А с этой стороны помады и карандашики. Новинка. Тушь для ресниц. Подкручивание и объем. И карандаш
для век с колпачком, точилкой. Кто-то скучал по этим карандашам. Их, по-моему, выводили. И вот они вернулись в трех оттенках. И тушь, смотрите, тут и темно-синяя, по-моему, написано синяя, но похоже на темную. Ультра-черная, черная и коричнево-черная. Вот так. Вот они, карандашики. Вот в прошлом каталоге вот этот диамант 119, по-моему, стоил. Если, или 129. Ну, в общем, была очень хорошая цена в конце 11-го каталога. Смотрите там. Супер длинные ресницы. Это интересно. У меня никаких нету. Хотелось бы подлиннее-то. Так, дальше смотрим тональные основы. Мне понравились румяна у Avon. Новинка. Новинка номер один. База уход для укрепления. Сири Люкс тоже новинка, смотрите. Вот такие вот палетки в двух оттенках. Это бежевая, а это светлая. Это номер два. Палитра для макияжа 599 рублей. Так, где она? Вот она. Интересная. И что туда входит? Давайте. Румяна, пудра, хайлайтер, да? А, и пудра бронзер. Пудра хайлайтер и пудра бронзер. И румяна. Вот. Выгодная помада 300 рублей. Можно выбрать. Люблю я вот эти вот скидочные странички. Такое разнообразие приятное всегда на них. Смотрите, что тут предлагаются. Гели парфюмированные для душа 100 миллилитров Always и Tomorrow. Так, дальше молодежная, наверное, серия. Поменяли они дизайн. Все теперь яркое и красивое такое. Color Trend. Вы его молодцы, что часто меняют дизайн упаковки. Это как-то обновляется. И глаза не замыливаются одним и тем же. Все время хочется взять что-то новое. Хотя мы, по сути, берем одно и то же. Меняют просто дизайн упаковки. Это очень хороший ход. Хочется сразу брать. Ну вот, смотрите, Clear Skin тоже обновленная серия. Одна приятность, что в старой версии наверняка теперь в распродажах будут средства мелькать. И более выгодная цена будет. Новинки. Алоэ вера, экстракт ромашки для глубокого очищения. Вот. Ну и тут новинки. Ну тут, наверное, скорее всего, как я и сказала, новинки это дизайн. Так, Avon True. Nutra Effect. Очень люблю я вот эту вот линейку Nutra Effect. И пенка замечательная. Она чуть-чуть подсушивает, но она и разработана для жирной кожи и комбинированной. Поэтому классно. Классная вещь. Тут предлагается за 159 рублей купить аромат. При покупке любого продукта со страниц 101-111. То есть, начиная вот с этой страницы, купите любой продукт, и тогда за 159 рублей можно купить вот этот ароматик. Надеюсь, вам видно. Все
Все, тут компания это заканчивается, это предложение, акция скорее. Очень мне понравились, ой, легаюсь, вот эти новинки. Ну, как новинки, вот это уже комплект, несколько каталогов мелькает, а вот этот является новинкой. Серьги и колечки. Видите, какие они симпатичные. 299 и 349 кольцо, а серьги 299, а тут серьги 269, а кольцо 249. Такое прямо летнее, очень красиво, как мозаика смотрится. Кроссовочки. Я сейчас ношу как раз эйвонские кроссовки. Мне они достались за баллы. Хорошая получилась экономия. Ношу с удовольствием. Очень удобно и нравится. Я думаю, тут то же самое, потому что подошва, я гляжу, точно-точно такая же. Просто дизайн разный с самого верха. А так, сами кроссовки удобные. Ношу прямо с огромной радостью. Новинка, блузка. 1500. Ну вот видно, тут сумочки и часики есть. Часики 1500 тоже. Нет, блузка 1400. А тут 1500. Опять у меня несостыковка. Это вот часики. 1499 и сумочки. Я сегодня что-то прямо торможу. Сумки, новинки, рюкзаки и сумочки вот такие. Вот любая такая сумка 599 рублей. А рюкзак тоже входит в эту? Да, и рюкзак входит, видимо, в это предложение при покупке товара. Или не входит. На выбор. Модные рюкзаки и удобные сумки к разводе. Любая сумка. 599. Наверное, про сумки тут только. А рюкзаки, наверное, 1199. Я сейчас научу. Так, тут чего? Ну, смотрим вместе. Я ж не представитель, по сути, которому выгодно. Мы просто листаем. И если где-то затормозило, просто будьте внимательны сами. Так, дальше. Мне вот это понравилось колье. Очень симпатичное. Самое дорогое тут 700 рублей. Это комплект. Комплект бижутерии. Так, колье и браслет, и серьги, вот это вот, под золото, гвоздики, ну красиво, вот, на девушке она. А остальные комплекты 449, 349 и 399, новинки, очень красивые. Так, тут видно. Ну вот, я тут всплакнула-то, что нет застежек на ширинках. Я брала себе вот эти джеггинсы. Они сидят хорошо, даже если у вас не очень складная фигурка, если есть животик, то должны эти джеггинсы смотреться все равно хорошо на теле. Ну, насколько это возможно. Понятно, что они не сделают стройную фигуру, но украсить украсит, все равно сделают лучше, чем есть. Где надо, подтянут. Главное выбрать свой размер, чтобы не промахнуться вот с размером. Так, тут колготки, да, как я понимаю, новинка. Низкая посадка есть и средняя посадка. Носки 129 рублей. Две пары входят в набор. Дальше смотрим. Нью.
средство. Тут я чуть быстрее пролистаю. Надеюсь, видно. Планета Спа. Давно новинок я не вижу в Планете Спа. Вот она как раз замылилась уже, вот как я говорила чуть раньше. Эй, вон, услышьте и давайте нам новинки, потому что хочется уже новое, не хочется так быстро пролистывать. Кеа, большая линейка тут всяких ароматов. Тут все знакомое. Дальше для волос. Новинка. Что это? Накладки. Для объема. Вот такие вот. Их две штуки, кажется. Да, две штуки. Вот накладочки. Видите, для объема такие. 149 рублей. Сильная фиксация. Лак для волос 200 миллилитров. Вот такая заколочка тоже 99 рублей есть. Так, тут расчески предлагаются. Новинка. Шампунь ополаскиватель 2 в 1, 139. Свобода от перхоти с первого применения. Вот такое предложение. Новинка в большом объеме выпущена. Прошлая новинка с ароматом лотоса. Шампунь 2 в 1 с ополаскивателем вместе. Мужской линейки новинка. Вот, видимо, вот этот гель. Ухаживающий гель для бритья. Я, наверное, быстро, да, 329 рублей любой набор. Дезодоранты разные, шариковые и спреи. Так. Для ног разные. Любое средство за 95 рублей. Очень понравилось вот этот аромат пены Bubble Gum 169. Я взяла по фокусу. Прямо пахнет Bubble Gum. Очень приятно. Тоже я взяла гель для душа, вот этот новинку. Здесь ваниль и жасмин. Вот такой переплетенный аромат, но больше ваниль. Гели. Шампунь плюс маска всего за 269 рублей. Предлагается набором. Любые два средства за 199. За 149 любые два. Любые два за 259. Набор 389, вот такой. Но мне вот в прошлом каталоге больше понравился набор. Он более выгодный, потому что там водичка была. Любое средство для гигиены 125 рублей. И в конце из серии Naturals любой шампунь или спрей за 65 рублей. Это выгодно тоже, особенно для спреев, мне кажется. Дальше давайте посмотрим фокус. Так. Гель для век и крем для кожи под глазами. 2 в 1. Двойное такое средство. Тоже выгодно брать
В этом каталоге более двух, две и более. 40% будет скидка. И, как я уже сказала, мужская, женская, Avon Free, тоже это касается. Два и более, 40% скидки. Новинка 55+. Это сыворотка для лица, клеточное возрождение, мгновенная очерченность. 15 мл, 700 рублей. Так, дальше. Также 2 и более брать выгодно. Вот из этой линейки. Тоже можно обратить внимание представителям. Новинка будет Имари или Имари, как правильно, не знаю. Восточно-цветочный аромат, ежевика, абсолют розы и ваниль. Ну, что-то должно быть сладкое. Судя по описанию, 299 рублей водичка. Новинка, питательный аромат тайны, притягательный аромат тайны. Он, по-моему, выходил из каталога, если я не путаю. 149 рублей 700 миллилитров. А, это крем-мыло. Это крем-мыло. Да, тогда это хорошая новинка. 149 за 700 миллилитров мыла кремового. Это для его очень выгодно. А, тут тональные средства. Первый умный тональный крем с IQ, да, технологией. В общем, вот так. Для интимной гигиены по 99 рублей очищающее средство с экстрактами ромашки и гамомелиса. Предлагаются такие вот наборы. 1-219 для ног, крем и масло, кажется. И второй, это гель для душа и маска для волос 119. Так, тут пробники. И вот интересная вот эта страница. Мне понравился шарфик. Он такой оригинальный. Посмотрите, цвет как бы от ярких цветов зеленый переходит в такой совсем бесцветный, прозрачный. Вот он тут скрученный. Очень интересно. 413 рублей. Вот давайте поближе на девушке посмотрим. Вот она его тут по-разному крутит. Ну, интересно, оригинально. Сумка 896. И вот такой набор гвоздиков в ракушечке. Как жемчужинки. И два детских набора 149 и 189 предлагается. Давайте по-быстрому еще раз продажу посмотрим. Предлагаются две водички Butterfly и Christian Lacroix Ambre, мужская, да? Тут, наверное, давайте попробуем вот так. Проедемся. Несколько страничек тут будет. Вот набор интересный там внизу. Для ухода за лицом и телом цветы Таиланда с кокосовым маслом и экстрактом цветка лотоса. Очищающая маска для лица, крем-суфле для тела, пена эликсир для ванн входит. Так, видно? Вот так. Давайте смотрим тут. Тени распродают, их все меньше и меньше остается. Тут водички тоже. Ультрасекси 449. Тангл тизер золотой с защитной заглушечкой 799. Так, и последний лист. Смотрим. И вот здесь еще посмотрим. Украшения.
Вот так. Все, пролистали. Правда, в этот раз какая-то я не собранная получилась, но пролистали все равно. Если что-то не заметила, прошу прощения. Ну, я думаю, вы сами, может быть, что-то заметили. Либо спрашивайте, уже отвечу на вопросы. Если где-то что-то заинтересовало, а было плохо видно, то просто спросите, а я напишу вам, что смогу. Спасибо огромное всем за внимание. Надеюсь, все равно был обзор полезен, интересен. Всем до новых встреч и всем пока!